Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Герман. Уже очень давно не снимал никаких видео и решил все-таки заснять реальную рыбалку, продолжение поиграть. Сейчас просто нету никакой времени, не совершенно. А, насчет, короче, видео по ножам. Ножами занимаюсь, но как-то сейчас это немножко у меня ушло, ну потому что сейчас действительно очень мало времени. Ну, я все же, наверное, думаю продолжать что-то снимать по играм. Ну, плюс у меня сейчас что-то с компом, у меня комп как-то что-то хандрит, поэтому не знаю. Хотел русскую рыбалку, но русскую рыбалку, возможно, не буду снимать, потому что компьютер, надо что-то с ним сделать пока что. Поэтому сейчас пока реальную рыбалку, у меня компьютер рендерить пока в состоянии, но он уже просто старенький, ну и буду выкладывать. Если что, там помогайте, сейчас вот 5-го разряда, видео будет выходить не часто, скажу сразу, ну не часто, извиняюсь, ну потому что работа, плюс еще дома куча дел, буду, короче, выкладывать как смогу. Думаю, в неделю хотя бы видоса 3, вот так вот, я снимать смогу и выложить тоже смогу, но видео будет идти, я не знаю, не очень долго, поэтому сразу прошу меня простить. А там уже будем смотреть, может быть, какую-то другую рыбалку будем снимать, но советуйте в основном на Android, потому что, я же говорю, компьютер у меня не может, только если Android. А Android я пока не видел достойной рыбалки, вот кроме как вот в этой рыбалке, поэтому пишите комментарии, говорите, советуйте, я буду только рад. Ну и вообще, можно пока в реальную играть. Я не знаю, сколько будет серий. Превью тоже делать у меня времени нету. Я буду просто загружать. Вы там уже заходите, сами смотрите на моем канале. Там новости тоже я пока не выкладываю. Ну, просто катастрофически нет времени. Может быть, туда зимой, когда я уже немножко, уже как-то хоть чуть-чуть под, так сказать, разрулю проблемы, немного разгружусь в графике, тогда уже я смогу выкладывать, может, почаще. Но пока, я думаю, 2-3 видео в неделю будет стабильно. Ну, тоже я как бы не обещаю, поэтому смотрите, а то скажете, я обещал. Нет, не обещаю, ну, надеюсь, что так будет. Потому что хотел, конечно, от игр полностью отказаться вообще, но все равно просыпается желание поиграть, и поэтому думаю, раз играть, чего уж не поснимать, потому что вы любите, вроде как, много кто любит, когда снимаю рыбалку. Ну, короче, кто любит, ставьте большой палец вверх, пишите в комментариях свои, так сказать, пожелания, и будем уже с вами играть. Но сразу же говорю, в компьютере играть не буду, там русская рыбалка и так далее. Советуйте в основном на Android. На Android будем уже с вами играть, уже что-то там смотреть и уже проверять. Ну, как я понял, на Android нормальных рыбалок очень мало. Вот только реальная рыбалка, я так понял, достойное такое произведение искусства, в которое можно поиграть. Все остальное так, чисто плагиаты, что-то там пытаются сделать, но в итоге у них ничего не получается. Но я даже не знаю, что в этой рыбалке просто вам показывать. Как я ловлю рыбу просто. Я не знаю, будет ли вам это интересно смотреть. Потому что здесь я действительно без понятия, что показывать. Но сейчас вот черного леща мы с вами ловим. Черного леща. Как бы пытаемся, деньги. Но тут просто нужны новые снасти. Новые снасти надо зарабатывать. Потом уже куда-нибудь на другую локацию. Кстати, тут были обновления. Кто, я просто не заходил, не играл, но игрушку я, естественно, не удалял. Кто знает, какие обновления вышли и что они в себе несут, подскажите в комментариях, буду рад. А так, я только увидел, что интерфейс немножко поменяли. Ну, в основном только интерфейс, пока больше ничего не заметил. Ну, я как зашел в игру, так посмотрел глазами, но не увидел ничего. Может быть, что-то интересное добавили. Так что напишите в комментах, что такого добавили крутого. И добавили ли вообще. Может, просто там ошибки какие-то там пофиксили, там что-то там баги убрали, ну и так далее. Пока что, я же говорю, лещ, пока леща ловим, все хорошо. Итак, что еще вам можно рассказать? Насчет резинки, обещал же видео про резинку снять.
Нету времени. Кстати, резинку делать не буду. Нашел старую резинку, все-таки убирался, пошел в свой сарай, убрался, нашел там резинку. Еще самую первую, которую я делал сам, и ловил уже рыбу на маленьком пруду. Я как-то на нее как-нибудь сделаю обзор. Напишите в комментах, кто там, ну, кто хочет там обзора, ну и так далее. Я уже сделаю, будет стимул быстрее его сделать. По времени. Там вечером, может, как-нибудь я засниму, покажу все, как она устроена. Делать заново ее не будем. Я думаю, я доступно все расскажу, покажу, объясню вам, и вы уже сами поймете, сами сделаете. Она состоит там буквально из поводка с крючками, двух рогатулек и лески. Одной закидной лески и толстой такой жилки. И второй такой же более-менее тоненькой, которая уже идет на крючки с поводками. Плюс этот резинка, ну и груз, естественно, забрасывать. Как вы будете забрасывать без груза? Ну, вроде все. Все, из чего состоит она. Больше ничего такого нету там сверхъестественного. Реальную рыбалку давно обещаю, но все никак, никак. Обещать обещаю, у меня есть друг, у него есть удочки, у меня уже нет удочек. У него есть удочки, можно поехать в любое время, ну, когда будет оно там, я не знаю, на выходных, если все хорошо. Просто некуда ехать, понимаете, люди. Я живу в таком месте, где мне некуда ехать. Надо, если снимать, надо снимать на какую-то аппаратуру, а у меня ее тоже нет аппаратуры. Я могу снимать только вот на Android, на телефон. О, вы выловили ключ, ключ открывает бронзовый сундук. Ух ты, классно. Интересно, у меня есть бронзовый сундук? Прикольно. Где тут? Так, ясь, ясь, прикормка. Это что-то старое, походу, все. Интересно. За сундук интересно, конечно. Давайте глянем. Вот. Ключ бронзовый, сундук бронзовый. Давайте откроем. Хотите выбросить сундук? Используйте ключ. Вы хотите открыть сундук? Да. К сожалению, клад оказался пустым. В следующий раз вам повезет. Офигеть. Ну, да. С кладом не повезло. Ну, ничего не поделаешь. Ничего не поделать. С кладом не повезло. Блин, я думаю, хоть что-то попадется. Поэтому реальную рыбалку пока что никак. Стопор. Есть два прудика. Есть, короче, речка. Можно попробовать покидать блесну. Но что-то я сомневаюсь. У нас морозец бьет. Поэтому поймать щучку какую-нибудь, как бы по морозу, я не думаю, что что-то можно поймать. Не очень такая благоприятная погода. Да и как-то я вот езжу мимо речки частенько. Не вижу вот людей, которые бы там блеснили или рыбачили. Обычно вот, знаете, как там под осень там много кто блеснит, ходит, кто там с удочками сидит, ну, потому что там карасика там пытаются поймать, сенса или еще кого-нибудь, какую-нибудь рыбку. Ну, там в основном мелочь, даже представьте, там рыба там буквально 150, там 200 граммов, она вообще там мелкая. Даже какой 150-200? Это я вообще сказал, это хорошая рыба. Там вообще, наверное, от 50 до 100. Меньше ладошки такая, малек ловится. Мне вот до этой речки 11 километров. То есть машину надо заправить, поехать, съездить туда, назад. Там посидеть тоже как бы время. Ну и снимать. Оператора у меня нету, некому снимать меня. А самому себя снимать, типа как селфи, это, мне кажется, бред, и никто это смотреть не будет. Ну, посмотрим, как-нибудь, может, съездим. Куда-нибудь попробуем половить. И попробуем поснимать. Но я попробую любительскую такую съемку заснять. Как бы вы меня будете видеть. Ну, тоже как селфи. А так в основном буду там снимать. Вот там поймал, вот там то. Ну, это тоже так все в планах. Да и время все. Просто действительно сейчас никак. Дома куча дел. На работе тоже сейчас полный аврал. Никак совершенно. Но опять бронзовый ключ. Лучше бы я сундук. Они повысили. Уго. Уго, уго, уго. Порвал леску. Они повысили, походу, шанс
А, гляньте, все. А, крючок же надо поставить. Они, походу, повысили шанс поимки рыбы, мне кажется. Ну, ой, рыбы. Сундука. Сундука. Так, рыболов, рыболов. Но у меня уже рыболова нету, поэтому поставим любителя. На второй слот любителя. Ну все, в принципе, я сказал такое, то, что хотел сказать. Так что комментируйте, оставляйте свои комментарии, советы, пожелания. Еще будут выходить видео, надеюсь, еще будет много видео, лишь бы только было время да желание снимать. И советуйте что-нибудь, буду рад, всегда рад советам. С вами был Герман, и всем до скорых встреч, пока-пока.